Привет вам, исследователи и омнипланетарные путешественники. Все за мной, чур не отставать, потому что тур на родину молнии будет молниеносным. Кинецелеране не теряют времени, ведь на их родной планете Кинет беспрерывно свирепствуют неистовые электрические бури. Этот юный кинецелеранин готовится пройти церемонию посвящения. Это испытание принесет ему шарики, которые кинецелеранин носит на ногах. Вы, наверное, думаете, какой резвый малыш? То ли еще будет, когда он раздобудет глайдеры. Глайдеры — это жемчужины кинецелеранского моллюска под названием моллюскаркс. Как же их добыть? Помните, я упоминал о местных грозах? Мудрый канцелярианин позволит природе сделать все за него. Успех! Глайдеры позволяют развить скорость свыше 800 км в час, а также передвигаться по стенам. Дело сделано, но берегись! Моллюскаркс гонится за тобой по пятам, а тут еще эти бесконечные молнии. И не опоздай домой к началу вечеринки. Ого! А ты шустрый малый! Вперед!